вот эта штучка, она полная. Значит, это не лечебная, не лекарственная ромашка, и она несет гораздо меньше лечебных свойств. А если открываете, и вот там вот дырочка внутри, вот лучше, наверное, экземпляр побольше, может быть, старенький, то это будет как раз лекарственная ромашка, которая традиционно применяется. Но вот они старенькие, подсохшие, видно, поэтому не видно, да. А в свежих ромашках очень видно, там мякушка, она большая. Если мякушка полая, значит, вот это лекарственная. Вот у той ромашки все свойства, которые описывают здесь. А вот у этой ромашки, ну, она гораздо меньше. Да, она с животиками поработает, но не так активно. Кстати, животиков. Вот когда детеныш рождается, вот эти процессы, которые тяжело ему переносить, ну, говорят, и крупная фенхелевая вода. А на самом деле ромашечка, она гораздо лучше справляется с этими болезненными, болящими процессами в животе новорожденных малышей. Но там надо, вот заваривая на стакан столовую ложку, буквально по 3 чайной ложечки или по чайной ложечке, ну, несколько раз в день давать. Не так много. Ты Машу потеряла? Да. Кстати, вот это ждем, был, смотрите, адонис весенний. Помните, у вас здесь был цветок желтый такой, да, стародубка? Да. Вот его много пить нельзя. Это очень сильная травка, и заваривают чайное на стакан, и из этого стакана убирают в холодильник, пьют по чайной десертной ложечке. Но в этом году, когда я проводила занятия, смотрела, он всем просится. И когда мы начали считывать энергетику, оказывается, вот эта солнечная энергия, вот то, что он сердцем, сердечной чакрой, помогает как раз осуществлять вот этот квантовый переход, то есть сердцу сильнее открываться потоком, которые идут со Вселенной сейчас. Понимаете, о чем речь? Угу. Поэтому даже сейчас можете свежие веточки собрать, хоть сила немножко ушла, потому что цветка, но растение даже зимой имеет силу, даже вот это какую-то силу имеет, просто очень слабое, да, что-то там есть. Микроэлементный состав, а энергетика вот все равно в зелепушке есть. И вот можете собрать две веточки себе, засушить, потом крошите чайную ложку на стакан, и из нее, допустим, там по чайной, по десертной ложке пьете 2 раза в день, ну, в течение там, ну, 9-40 дней, вот. Это разные цифры энергетические, чтобы вот к этому переходу помочь. Как он называется? Адонис. Адонис весенний, стародубка. Еще третье название. Адонис весенний, стародубка. Вспомню, еще раз скажу. Третье название. Оно, по-моему, на участке даже растет. Маш,